Ну что, Ребзи, сегодня будем убегать от Грэнни, вкладывать от бабки и Ребзи на метро. Так сказать, будем уезжать от них. Да? К сожалению, серия начала... Ну, не сначала все, ну ладно. Какие-то хорошо. Нужно теперь только камушки. Так. Да, будем проходить на изи. И потом Ребзи будем. Я скидать его хотел пройти Грани 3 на поезде именно на Энгер мод, ребятки, поэтому, скорее всего, сейчас будем проходить с вами на режиме тогда, когда бабка и дед злые, вот. А, блин, ворон-то я уже убил, поэтому, походу, больше нельзя будет. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим. Так, уже свечи есть. Бабка, наверное, возродилась уже, я надеюсь. Так, монетка есть. Отлично. Так, кидаем сюда рогатку и берем монетку. Кстати, нет, давайте, Ребзи, реально, вот в этом ролике мы просто с вами пройдем на изи, на поезде. А что-то меня слагает немного игры, не знаю почему. А в следующем ролике, Ребзи, давайте я поставлю типа нормал и буду от них убегать на злом, то есть Энгер мод, Грэнни 3, Энгер мод. Только не на харде, а можно и на харде будет очень. Типа будет злой мод на нормале. То есть да. Сейчас пока я просто прохожу изи на поезде, потом будет злой мод на нормале. Это будет очень интересно. Так, ну здесь вроде как до сих пор можно. Добрать, я надеюсь. Ладно, не будем мучиться. Давайте просто собьем. Зачем? Случайно, короче, ладно, окей.
Не, Angry Mode, если вы думаете, ну он в стадии работает, но в стадии он так ненадолго работает. Сейчас можно пока что бабку деду убить. Тебя лучше, знаете, что? Лом-то все равно нужен. Так, здесь ничего нету. Окей. Здесь он что подобрал? Как он отсюда подобрал? Он что, реально подобрал? Стоп, а где я лом оставил? А здесь я оставил. Он подобрал реально дробаш. Мне не нужно, я уже ворону. Я уже ворону убил. Ладно. Тихо, ёб, не стой, либо, да. Бабка дура, и мой и главный герой играет. Пока надо пыльники занести. Может, всё очень ровно, быстро. Ходи, пожалуйста, поделись. Еще же ваза наполняет. Ну, ваза нужно подобрать. Ладно, пока что берем медведя.
Блин, надо еще вазу подобрать. Потом хочу попробовать на Angry моде пройти. Блин. Больше, наверное, не понадобится. Опа. Так, сосед справа. Конечно, медленно все происходит, но ладно. А, все, мне теперь нужен тройники. И все, по идее. Но это непонятно. Там, скорее всего, ваза мне не понадобится. Мне, скорее всего, понадобится сейфки, поэтому... Идем за сейф ключом. Точнее, за ключом от сейфа. Твою ж налево. Бабка мне. Не выгнала, что пошла. Для меня вообще не выгнала, что пошла. Так, дальше не идет. Отлично. Очень потихоньку за ней идем. По идее, мне остался только сейф-ключ, и все. У меня есть ваза. Если в сейфе будет что-то другое, то... Тогда мне понадобится ваза. Друзья. А где ружье туда я оставил? What? Да, куда ружье туда провалилось? Вот, походу, на улицу они провалились, ё-моё. Ладно, сдохли, окей. Да и то. Ну, блин, конечно, обидно. Ладно, мне нужны только сейфки, поэтому давайте быстрее пройдем уже. Не хочу я заморачиваться на таком легком. Но потом будет в Энгер моде, ребятки, поэтому ждите. Я надеюсь, что просто понадобится сейф, потому что если понадобится ваза, то это не очень. Просто и в сейфе может лежать, допустим, не знаю. На зло моде пройти, когда не злые, типа злое прохождение, но
Я прозакал этот момент, поэтому... Ребят, пройдем так. Все. Сейчас вернее, много не смог пройти. А сейчас могу, потому что знаю многие спавны и так далее. Все, ревзи. Убегаем. Все, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Сегодня прошли бабку 3. Вот так-то.